Всем привет, меня зовут Таня Горнович, у нас сегодня будет очень крутой макияж с трендовыми оттенками, это в красных тонах. И красные оттенки у нас будет не только на губах, но и на глазах. Ну что, поехали, будем быстренько собираться. Первое, с чего нужно начать, это подготовка кожи, поэтому я буду брать вот такую сыворотку от Estee Lauder. Чуть-чуть этой сыворотки растираем на ручках и добавляем себе на кожу для того, чтобы она у нас была красивой, ухоженной и напитанной. В качестве тонального средства буду использовать тональный крем Manly Pro. Смешаю его с кремовым хайлайтером от Becca в оттенке Moonstone. Спонжик от Model Rock Lashes поможет нанести мне тональное средство более полупрозрачно. Кремовый корректор от Becca создаст для меня идеальную полупрозрачную скульптуру лица, что так модно в этом сезоне. Для румян возьму румяна суфле от Becca в оттенке Raspberry Opal. Затем нанесем пудру рисовую от PS кисточкой N-Beauty A1 на Т-зону и слегка растушуем по периферии лица. Брови слегка зачешу наверх, создавая такой хаотичный вид своей любимой тушью от Serme в оттенке Blond. Для глаз буду использовать сегодня палетку от Manly Pro номер 5 и самый светлый оттенок нанесу на внутренний уголок глаза. Затем берем розоватый тон и наносим на все подвижное веко. Коричневые тени от марки Estee Lauder Pure Color 01 помогут нам немножко затемнить внешний уголочек глаза, оттушевывая тени к виску. Дальше мы берем наши румяна, набираем на кисть для теней и на переход между светлым и темным наносим для создания эффекта красноватого подтона. Матовая помада от NYX в оттенке Cherry Skies. Мы набираем ее на пушистую кисть и наносим на внешний уголок глаза, чтобы более затемнить эффект красноватого оттенка. Черные красивые тени от Estee Lauder в оттенке Pure Color 05 помогут нам затемнить внешний уголочек глаза. Также мы эти тени сразу переносим на нижнее веко. Затем мы берем кисть, на которую набирали помаду матовую, и подтушевываем черный оттенок к внутреннему уголку глаза. Пигмент от Inglot номер 86 создаст нам эффект красноватого сияния. Ну и нам остались только реснички, используя Model Rock Lashes номер 466. Ну вот, девчонки, какой получился у меня крутой макияж, очень праздничный, новогодний. В качестве помады я выберу красивую бордовую помаду от NYX для того, чтобы создать более драматичный образ. И добавим немножко сияния нашим пигментом от Inglot. Наш образ готов. Я думаю, что вы с легкостью сможете его обязательно повторить. И подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех целую. До новых встреч!